Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, поздравляю всех со светлым праздником Пасхи. Мы долго ждали этого праздника, по мере сил постились, старались настроиться на ту радость, которую Господь дает. И вот сегодня эта радость наступила, и мы все говорим, Пасха красная. Красная, действительно, она красива. Красиво, потому что красива вечная жизнь, красива духовная жизнь, красивая жизнь во Христе, красиво Пасха, потому что все вокруг украшено любовью Божией. и сама природа отзывается на это. Распускаются листья, поют птицы, мы чувствуем дыхание весны, и в этом дыхании ощущается дыхание вечной жизни, потому что везде, во всем Господь. Мы приходим в храм и видим красоту храма, который тоже по пасхальному украшен. И везде Пасха красная. Красные покрашенные яйца, которые напоминают нам о воскресении, о жизни вечной. Это такой древнехристианский символ. Красные украшения, красные свечи. Красные, потому что все говорит о красоте. Но так важно приобщиться этой красоте. Так важно, чтобы радость наша была не поверхностна, не просто эмоциональна, а чтобы она исходила из глубины нашего сердца. А что должно быть в глубине нашего сердца? Память о том, что Господь дал нам жизнь вечную, что смерть побеждена. Именно эта память делала апостолов смелыми, решительными, мужественными, проповедующими Слово Божие. Именно эта память двигала сонным святых, которые, помня о жизни вечной, творили новые и новые подвиги и благовестили о Христе вокруг себя. И пусть эта радость звучит в наших словах. Пусть те, кто еще не знает этой радости, услышат ее от нас. Пусть наше сердце будет открыто для всего мира, чтобы через нас было проповедано. Это самое главное знание, которое должны знать все. Христос воскресе.